Ваня, снова я. И снимающая трусы. Ева. Ева. Так, дорогие подписчики. Сегодня мы опять играем в догонялки. Да. У нас погода так себе. Ну, как относительно, вот так. Вот такая погода. А это палочки. Это палочка у Евы, которая была. Ну все, Ева, берегись. Вот такая у нас палочка. Делаем обзорчик на палочку. Покупайте. Да. Сейчас мы Еву отлупим. Хача, хача, хача. Ты. А я домой расскажу. Не-не-не-не-не-не-не. Куда? Не надо мои волосики! А? Мы вообще территорию сейчас играем. Ой! Все, дай руку. Зачем? Нет! Да, дай, прикольно. Нет, ну это... Только давай не больно, хорошо? Это не будет больно. Я знаю, что это не будет больно, поэтому говорю, давайте аккуратненько. Как я заболеть? Привнуть! Ева, ну если я тебя положу, то это будет больно. Не будет. Только расчесали волосы. Ты слышала? Это о зеркальце. Ты веди меня не догонишь, какашка. Обалдеть можно. Малолетка называет какашкой. Малолетка, конфетка. Конфетка, малолетка. Ты какашка. Догони меня, какашка! Селфи-палочка! Я бьюти-блогер! Ну все. Комары! Бьюти-блогер догоняет Еву! Так, приостановим-ка. Мы у бассейна. Догоняем Еву. Я посылка бензеру, да-да-да-да-да-да, говори, как пора. Ты кое-что, а я король, тюм-тюм-тюм-тюм-тюм. Ой, я король, конечно, мы с тобой. А Ксюша же не хотела со мной играть. Я? Она снимала видеоблог какой-то. А кто за тобой гнался? Ты потом, потому что я обиделась на тебя. Вообще, я планировала так, чтобы ты подошла ко мне поближе. Потом я тебя схватила. Как я обычно. Я тогда накричала их. Как я обычно одноклассникам делаю. Это